Люберецкие умники и умницы на одной сцене. В инженерно-технологическом лицее наградили победителей муниципальных, региональных и всероссийских олимпиад и конкурсов среди школьников. Этот праздник проводится в конце каждого учебного года. Как прошло торжественное собрание, расскажет наш корреспондент. Это не просто церемония вручения наград, это яркий запоминающийся праздник, на котором зажигаются люберецкие звездочки. Именно так называют школьников, преуспевающих в учебе, искусстве и спорте. Вы главное, что сумели сделать в свои юные годы, вы научились учиться. Это очень важно. А еще научились добиваться успеха и усердно трудиться. Прежде чем попасть на эту сцену, ребята на протяжении всего учебного года участвовали в предметных олимпиадах различного уровня и пополняли копилку достижений своей школы. Самое большое количество звездочек в этом году у 16-й гимназии. В этом году я заняла место призера на регионе по химии и по биологии. Это то, чем я занимаюсь постоянно и в свободное время, и в школе. Это мое хобби и моя постоянная работа. Я стал победителем регионального этапа по физкультуре. Мне не хватило 4 баллов для того, чтобы перейти на всероссийский уровень, но ничего, в следующем году наверстаю. Всего награды за успехи получили 183 человека, 60 из них – лауреаты именной стипендии главы городского округа Люберцы. 80 умников и умниц – призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также победители литературных конкурсов и конкурсов сочинений. 43 человека стали в этом году лучшими в интеллектуальном марафоне. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.